О насыщенном календаре мотобольных соревнований прошлых лет сейчас можно только вспоминать. Пандемия внесла серьезные поправки и в расписание мотобольных баталий. В рамках чемпионата России удалось провести только одну игру, остальные отложены на неопределенное время. К сожалению, в Ставропольском крае продлили карантин, в Краснодарском продлили, в Владимирской области продлили. И им согласования не дают, поэтому пока... То есть де юра чемпионат России как бы вроде идет, но де-факто ничего не происходит? Пока, я думаю, может быть, что-то изменится вот в сентябре, в конце сентября, в начале октября. Но есть и хорошие новости. 8 сентября стартует Кубок России по мотоболу. В связи с этим тренировки команды «Металлург» стали намного интенсивнее. Задача, кто будет давать вдруг там со столиком, помните, да? 10-15 сантиметров от подножки напротив подножки, тогда никогда не заденьте. Соревнования пройдут с 8 по 12 сентября. Каждый день на стадионе будет проходить по 3-4 игры. Наша команда полна решимости порадовать своих болельщиков и удивить соперников. Новые наработки нарабатываем, потому что в прошлом году соперники уже знают, что мы делали. Сейчас что-то добавляем новое. Абсолютно секретно. Да. Правда, порой не всем удается полноценно потренироваться. Простояв некоторое время на воротах, Арсентий Кобелев отправляется на скамейку запасных. Сегодня занятия на поле для него закончились. Травмировал ногу, чуть-чуть старая травма. Ну, до соревнований-то, до Кубка России как? Надеюсь, заживет, все нормально будет. 11 сентября пройдут два полуфинальных матча Кубка России, а 12-го, в День города, во время финала наши спортсмены сделают все возможное, чтобы преподнести землякам очередной подарок. Мы где-то провели тренировок 28. Вот. Одна игра была с Ковровым, но это уже давно было. Но у нас много было предварительных игр между собой. Я думаю, на 90% мы готовы. Участие в Кубке России подтвердили 5 команд. Помимо взрослого состава, на поле можно будет увидеть и молодежь мотобольного клуба «Металлург». Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.